Всем привет! Играем в Фазмофобию, Соло, Кошмар без улик. А, где мы? Графтон, конечно, как же я могла забыть. Кит Майерс, средний рассудок, направленный микрофон, распятие. Да, непростые задания для человека с первым и частично вторым тиром. Но мы не отчаиваемся. Все у нас будет хорошо. Надо лишь немножко потерпеть. Так, у нас шкатулка. Ох, как темно-то с этим вашим фонариком беспонтовым. Ничего не видать. Сейчас еще кажется, что свет наверху, смотри. Нагадала. Так, ну ладно, давай включим здесь. Включим здесь. Здесь. Там в мастер-бедруме, что ли, холоднее всего было? Или мне показалось? Ладно, если что, мы туда еще обязательно вернемся. О! Сюда мы прячемся. И это хорошее место. И это прям шкафчики, что ни говори. И это вам даже не место за креслом. Хотя многие его нежно любят, и я в том числе. Так, сейчас у нас начнет все прогреваться потихонечку. Полигонечку. Нам нужен Константин. А проклятый у нас уже есть. Это шкатулька, верно? Ну, получается так. По-моему, в мастер-бедруме было как будто бы холоднее, чем надо. Моя любимая прачка. Место мое свободно, никто еще не занял. Ну-кась. Нет, показалось. Ладно. А я так уверовала. Значит, пойдем искать дальше. Значит, наша принцесса в другом замке. Чупа кости. Сам Графтон по себе достаточно темный. Плюс у нас фонарик такой. О, здесь тоже нычка. Фонарик такой себе. Пойдем в Близнецовскую. Я пока ничего не вижу, не слышу. Кроме соседа, который сверлит, конечно же. Я надеюсь, что шумодав вам его глушит вполне конкретно. Так. Ну и чего? Все, нет призрака. Доигрались? Призрак не приехал. Ага, кость есть. Бедренная кость питона в мастерской. Ну что, может, это столовая? Слушай, я реально пропустила призрака. Все, его нет. Его нет. Хорошо, пойдем обратно на второй этаж. Так, чуть-чуть понизилась, видела. Ванная. Вообще внезапно. Так, что у нас? У нас кость, у нас шкатулька, у нас комната призрака, а это значит, можно начинать солить. Солим сразу густо, жирно. Если мы... Ох, блин.
Выключил щиток, значит, и это не джин. Выключил же, да? Да. Нам нужны фотографии. А где, подожди, где мой... Ага, лампа не включится, что очень логично. Ладно, я так на ощупь пройду. Героически. Как будто все темнее стало, даже без фонарика. Не знаю, такие вот ощущения. Мне фоткать нечем. А мне фоткать нечем, дергает он дверь тут эту. Хоть обдергайся, нечем фоткать. А, направленный нам нужен. У нас такой отстойный направленный. Но мы попытаемся что-то изобразить. И распятие нам еще нужно. Так, а у нас какой там проклятый... А, шкатулька. Шкатулька, да? Угу. Ну, давайте проверим на мимика, на всякий случай. Потому что бывает, что сразу заходишь, там мимик. И расследование сразу начинает играть другими красками. Ты улыбаешься. Тебе кажется, что все вокруг тебя улыбаются. Ну, вы поняли. У всех же был мимик когда-то. Раз. Взаимодействие чек. Как же это долго. Или можешь в самой комнате встать. Блин, я сфоткал ничего, да? Я молодец. Я только что запорол идеальное расследование. Ой. Ладно. Что поделаешь? Будем проще к этому относиться. У нас сейчас задача не помереть. Такая прям хорошая задача. Это чпоник. Она первоочередная. Все остальное второстепенно. Призрак душит немножко. Душит немножко. Угу. Сейчас охоту нам не устроит. После нескольких гост-ивентов. Ну что, будем дальше слушать? Как же ты заколебал? Отстань, пожалуйста. Средний рассудок ниже 25 уже? Здрасте.
медленно идет. Это не они случайно? Я засекла на духаря. Блин, как же темно. Может, игра стала как-то яркость 162. По-моему, не стало ярче. Не похоже, что что-то поменялось. Так, фон испортила воду. Мне что-то показалось, как будто это они. Ниже 25. Ну, в принципе, они мог там, да, этими своими гастушками подсадить достаточно быстро. Ему настолько плевать на крест. Да, это они. Так, я не увижу, куда бежать, к сожалению. Жалко, конечно, что у нас не будет идеального расследования. У нас, может быть, вообще никакого, блин, не будет. Если у нас не сработает направленный микрофон. Он еще так появляется неожиданно. Ну, отстань. Блин, темно, нифига не видно. Очень плохой направленный микрофон. Но и комната тут подкачала, конечно. Ты что, фортепиано сейчас было? Так, свет потух. Крест сработал, да? Блин, я ничего не вижу. Где я? О, выход. Мне кажется, мне здесь нужно принимать непростое решение и уезжать без сделанных заданий, потому что иначе я очень сильно рискую. У меня агрессивный призрак. Можно было бы сейчас напиться там, да, например, и стоять ждать с этим микрофоном. Но он у меня... А, подожди, кстати, а чё всё потухло? Это потухло не потому, что распятие, это потухло, потому что он свет вырубил. Скотина, ты посмотри. Не-не, я уезжаю, ребят, это Unreal.
А, я не успела включить. Все правильно. Во-первых, почему-то в Графтоне очень темно. Я не знаю, почему. Слушай, ну давай сделаю 250. Далее. Такое ощущение, что ничего не меняется особо. Нет? Даже фургон не становится. Ну, фургон стал поярче, да. Но в фургоне мне и так все было видно. Я думаю, что здесь надо ливать, потому что... No. Just no. Сейчас мы получим там некоторое количество денег. У нас все равно это не идеальное расследование. Фонарик мне этот не нужен, зато сразу 2000 долларов к моим 8, по-моему. Будем копить. Не будем как бы рашить это все, потому что, ну, иногда обстоятельства сильнее нас. Я думаю, что если бы я осталась бы дальше с этим направленным микрофоном и распятием, нас бы просто бы тут сожрали, мы получили бы свои 100 долларов и, в общем, отправились бы прямиком в бедность. Спасибо всем за просмотр и увидимся с вами в новых роликах. Всем пока-пока.